Ребята, здорово всем. Короче, причем здесь вот эти обрезанные деревца. Ну, это не деревца, это розы, короче. Они у меня были 2 метра, я их осенью, короче, забыл обрезать. А весной, блин, начал обрезать. Все пальцы себе попокоцал. Они, блин, здоровые, стволы, блин, колючие. Обрезал вот такой вот пилой. Мощность ручных сил. Короче, замахался, запарился. Они еще, блин, сыроватые были. В общем, жесть полная. У меня здесь 9 кустов и на другом участке. Ну, блин, веток было, я не знаю, целая гора, короче. По 2 метра, блин, в высоту. И толстые. В общем, ленился я, блин. Все, жался. А и после того, как я, блин, поработал, я обколол себе все руки, блин, вот этой, ну, пилой. Я задался, короче, целью приобрести себе, ну, небольшую такого плана, там, электрическую. И сейчас покажу, что я нашел. И нашел я у нас, короче, в городе. У нас есть магазин, короче, он такой, в Днепрове. И, походу, недавно они там пооткрывались. Ну, суть не в этом. Я нашел вот такой вот вариант. Ручной пилы. То есть ее можно брать в любые походы, особенно на рыбалку, как я больше всего на рыбалку ездию. И вообще можно, ну, смело пилять ей ветки и сухие, и сырые. Так, сейчас я вам покажу. Здесь пила. Пилка шла сразу, она по сырому дереву. Вот такая вроде пилка, ну, как мне объяснили. Так, сейчас я ее вставлю. Вот так вот в сторону откручиваю, вставляю и отпускаю. Все, зафиксировалось. Я смотрел на Алике, короче. Думал, в Китае возьму подешевле, ничего подобного. И все, что там получается идет, оно намного, ну, дороже, чем я приобрел здесь. Потом было 2 вида батарей, одна поменьше, на 6 ватт, что ли, я не помню. Ну, короче, я взял на 12, может, еще одну такую приобрету. Они стандартные, идут вообще к любым их приборам, получается. Так, сейчас легко. Сюда чуть нажимаешь и вытаскивается. Все. Так, есть такое дело. Потом. А это. И зарядное устройство, короче, нужно. Тоже оно отдельно приобретается. Вот. Вот такая база, короче. Но суть не в этом, ладно. Сейчас проэкспериментируем. В общем, сейчас послушайте, как работает. Или вот такой пилой ты пилишь там деревья, или кусты на огороде, там дома по территории, там розы. То, ну, в общем, что-то тебе нужно, ну, отпилять. В походных условиях, там на рыбалку поехал, еще куда-то. Ну, конечно, вот это незаменимая вещь. Просто батарею нужно еще взять. Или вот этой пилой ты будешь пилить и замахаешься. Вот давайте, ну, проверим, как они работают. Пилой я не буду пилить, потому что это полная жесть. Я уже пытался попробовать попилять вот этот вот брусок. И через 10 секунд понял, что оно 300 лет мне не нужно. А теперь смотрите, как работает эта вещь. Ну, класс.
дерево сырое, но я его отпилял легко и просто. Так что вещь в хозяйстве незаменимая. Приобретению Ярат, а ну-ка, вон полная зарядка. Сейчас я посмотрю в инструкцию, сколько хватает этой батареи. Вот инструкция, но в инструкции написано, что 4 ампера, ну как у меня вот батарея, да? Вот 12 вольт, 4 ампер часов, Леон. Не хватает, но на 120 минут. Поняли? Так что будем смотреть, тестировать. Конечно, буду брать уже это на рыбалочку. Пилка пригодится по каким-то другим таким небольшим вещам, моментам, но тоже ее все равно нужно будет брать. На всякий случай, как перестраховка. И батарею нужно будет еще одну докупить просто. И все. Вот если на 120 минут на две батареи, я думаю, на дней 5 рыбалки хватит, это точно. Тем более, в летнее время. Все. Точно так же отжимаю, снял, все, протер, и положил в полочку. В темное время хорошо, что здесь есть подсветка. Я еще приобрел фен 6 уровнями нагрева, строительный. Я когда лодку буду одну и вторую, такой небольшой апгрейд ей делать, там фастовые крепления клеить, там под камеру, поддержатель удочки, я не помню, что там еще понабирал, еще понаклею многие вещи, ну нужно просто. Ага, да, укреплю баллоны лодочные, где сиденье, еще одним слоем ПВХ, между прочим. И я феном, вот тоже Днепро-М, буду все это делать. Потому что до этого я пользовался все время феном моей жены. Но это, конечно, не вариант, фигня полная. Но все равно, вот уже по 2 года у меня лодки, все держится нормально. Но лучше, конечно, строительным феном. Чтобы если нагрел, то нагрел. Капитально приклеил, и все. Ну, в общем, речь идет вот, вот такой пиле на аккумуляторной батарее. Альтернатива ручной. Так что, народ, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал и смотри следующее видео.